В этом году Карачаево-Черкесии исполняется 100 лет. В связи с этим мы решили проверить, насколько жители нашей республики хорошо знакомы с историей родного региона. Первым делом мы решили узнать, а помнят ли в принципе наши земляки, что Карачаево-Черкесия в этом году отмечает вековой юбилей. А сколько лет Карачаево-Черкесии в этом году? 100 лет. 100. 100 лет Карачаево-Черкесии в этом году. Сколько лет в этом году Карачаево-Черкесии исполняется, знаете? Нет. Сколько лет в этом году Карачаево-Черкесии исполняется? Даже не знаю. Я думаю, Карачаево-Черкесия существовала всегда, из первых дней существования Земли. А когда она вот последний раз реорганизовалась, оформилась как Карачаево-Черкесская республика, я думаю, лет 30, наверное. Но если насчет возраста республики еще кто-то сомневался, то по поводу государственных языков разночтений не возникло. Ну, почти. Сколько всего государственных языков у нас? 5. Скорее всего, 5. Правильно. А можешь назвать какие? Карачаевский, русский, ногайский, абазинский, черкесский. 4, по-моему. Какие? Карачаевский, черкесский, абазинский и ногайский. А русский? А русский, да. Как называлась раньше столица Карачаево-Черкесии? Черкесск. Баталпашинская станица. Как раньше называлась столица Черкесск? Как раньше? Карачаевская. Баталпашинская. А, да. Батал... Правильно. Со сколькими субъектами граничит Карачаево-Черкесия? Российской Федерации. Их всего 3. А сможешь назвать какие? Ставропольский край, Кабардино-Балкария. И еще один край. Краснодарский? Да. Какая река берет начало в горах Карачаево-Черкесии? Знаменитая река. Она протекает по территории Ставропольского края, Краснодарского, Ядгея. Самая знаменитая наша река. Наша, Кубань. С каких слов начинается гимн Карачаево-Черкесии? Самый сложный вопрос. Древней родиной гожусь я, брат! Весь снегов и бруса, и света в Кубани чистая струя. Эти песни, эти... Все, я забыл. Браво, браво! Мы нашли человека, который точно помнит, как начинается наш гимн. Ну, молодцы, ребят. Ну и поздравить, может быть, жителей. Что бы пожелали жителям Карачаево-Черкесии в столетие, скажем так? Процветание. Процветание нашей великой республики. Чтобы прожили еще 100 лет, потом еще 100 лет и еще и так до скончания веков. Я поздравляю всех жителей с этим замечательным праздником. Желаю нам мира, процветания и добра. Желаю всем крепкого здоровья. И вот созидательной работы во благо человечества. Не только нашей Карачаево-Черкесии. Мадина Лайпанова, Олег Молхожев, Архыз 24.